Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил реализовать свою программу до конца, поэтому не уходит в отставку, но никто на это смотреть не собирается. Как передает канал 13, об этом в беседе с журналистами 16 декабря заявил член партии «Родина» Арсен Бабаян. По его словам, происходящее означает, что в Армении нет власти, она не на своем месте. Никол Пашинян должен быть привлечен к уголовной ответственности, и он будет привлечен к ней. К сожалению, до отставки Пашиняна ничего нельзя сделать. Чтобы что-то сделать, нужно иметь власть. В правительстве должны быть люди, которые могут вести переговоры. Нынешняя власть унижена азербайджанцами. Президентом Азербайджана униженная власть ничего не может и не делает, отметил он. Бабаян добавил, что Пашинян должен уйти как можно скорее, чтобы было сформировано правительство, которое сможет вывести страну из этой катастрофы. Ситуации.